нарушает технику безопасности. Поджаткой стали. Так. Мы, походу, уже в эфире. Значит, так. Итак, приветствуем всех подписчиков версии канала. Ребята, в эфире Гоша FM TV. В эфире Янова Долина. В эфире, ребята, бригада. Которая тригада. И у нас сегодня в бригаде есть Томас. Привет всем. Степаныч. Всем привет. Ну и я иногда буду появляться в эфире. Значит, ребята, продолжаем работать, да. Этих тригада сегодня будут стараться возить песок. Возможно, подойдет сегодня еще один гад. Возможно. Вот. А возможно, нет. Как бы уже три уже это сила. Да. А четвертый-то вообще будет копать. Значит, ребята, у нас на карте сейчас большой спрос. Ресторан требует песок. Почему именно ресторан? Потому что мы знаем, там стройка у нас идет, строится ресторан, поэтому будем заниматься песочком. Плюс у нас в районе Первополя треугольничек возле леса и животных, которые мы сами распахивали. У нас там созрела канола. Тоже постараемся ее сегодня убрать. Как-то так, значит. Томас. Ищи самую большую, самое большое корыто, которое можно перевозить песок. На силосе стоит над вторым-третьим полем прицеп под командой. И нам эту надо взять фрезу, Томас. Ты можешь ее, да? Она уже едет, фреза едет туда на песок. Не понял. Хорошо. Значит, я только на секундочку заскочу в магазин. И куплю, ребят, так, значит, что у нас по джундирам есть? У нас есть три сеялки на джундир, почему-то аж. Беру 11-метровые, 11, 10. Значит, 11-метровые у меня... Они две, я вот не знаю, растерялся, какую брать именно. Ну, обе 11 метров, да? Ну, показывает, да, просто одна дороже. Ну, возьмем дороже, будем думать, что она лучше этим, потому что она дороже. Значит, купить, куплено. Ты где говорил, прицеп этот есть? А где силосная яма между вторым и третьим полем? О, КамАЗика я здесь под поставил, приготовил. Значит, попробуем мы повозить песочек, ребят. Сейчас немного поднимем баблица. Ну и заодно запустим комбайн. Пускай тут он работает на автокомбайне. Как всегда, как обычно. И чем Степановича его буду толкать руками? Я же пешком прибежал к нему. Я думал, что тут кто-то... Лошадь надо было хотя бы взять. Лошадь. Да, кстати, ты же возле лошади стоял. Ну да, взял лошадь, только железную лошадь. Сейчас приедем. Ты только не теряй их по дороге. Ну как Игорь говорил, без... Всяких глюков не бывает. Так вот, мой глюк это... Я иногда теряю прицеп. Понятно. Не знаю как, но я их теряю иногда. Умудряюсь, по крайней мере. Умудряюсь, да, потерять. О, я КамАЗ нашел. А вот кто мне подскажет, где от КамАЗа... этот кирпичный прицеп от кирпичного КамАЗа.
Так, Даниил Самойлов. На ферме вроде стоял. Сейчас. Сейчас глянем. А, вон он есть. Все. Даниил Самойлов. Всем привет. Привет, Даниил. Привет, ребята, ребятва. Лайк есть. Спасибо, Даниил. Спасибо. О, и что-то я смотрю, этот... Как они достали своим этим чатом. Он опять только что обновился. Я только что делал стрим час назад. Было все нормально. Смотрю. Запускаю на этот стрим. Смотрю обновление чата. И... Уже пошло оно. С такой фигней, мама моя дорогая. Ну ладно. Будем надеяться, может оно сейчас наладится. Так, там у нас прицепов больше нет никаких. Больших, широких. Значит. Продаем песок. Сколько успеем. Сколько получится. Цена песка сейчас, ребята, при большом спросе у нас составляет 500. €516 за тонну. Вот, то есть два раза цена увеличена. Значит, будем пробовать зарабатывать. Андрей Антирук, привет всем, удачного стрима. Привет, Андрей, спасибо. Так, а я так думаю, если мы возьмем сейчас этого, как его называют там. Может тут КамАЗ поставить, а сюда к этому КамАЗу прицепа. Прицепить. Ну да. Давай так сделаем сейчас. Я вот еду на ресторан на нем. А ты где едешь? Я еду где? По городу. Ну я сейчас тоже еду. Ну, в этом ресторане прицеп заберешь. Ты его вообще здесь оставь возле ресторана, я сейчас прицеп заберу и Биджан Дер пока выставляй на это. Подожди, подожди, там ребята что-то пишут мне относительно, бляха-муха. Что за фигня, так, прежде всем, так, Ир, а почему у меня Мафия 2 до сих пор идет стрим с ней? Прохождение 2 эпизода. А, 2 эпизода. Второй эпизод, 5 секунд. Да не может быть, ребят. Ссылочка. Ой, не у меня, а у тебя. Вообще-то нет, ребят, вообще-то. Вообще-то у меня идет все нормально. 5 секунд, ребят, сейчас. Смотрите, значит, что у нас получается. Заходим в группу. Там, ребята, дело в том, что я давал ссылку на... на стрим, значит, смотрите, там под стримом, под записью, точнее, читайте «Мафия 2. Прохождение», второй эпизод, а чуть ниже там, ребята, лежит именно ссылочка на вот этот стрим, что сейчас идет. Внимательнее смотрите. Не сбивайте меня с пантелеку. То я уже растерялся.
Так. Андрей Гончарук. Та не стрим точно по FS15. Андрей Гончарук. Только. Ну, я ж думаю, что должно быть только. Там в контактах, если кто заходил с группы контактов по ссылочке, значит, верхняя ссылка получается это на стрим, который был. У нас мафия, а этот у нас типа предзаказа было. Так что не путаем ссылки. Так, а где комбайн? Ты комбайн прятал в этот, в гараж где-то, да? В ангар, да. Хо. И я его нашел. Нифига себе, ты его затянул сюда вместе с жаткой. Дяденька, выпустите нас отсюда. Чтобы не угнали. Я так и по... А чё и чтоб не угнали? Ты мне не расскажешь, как отсюда выехать? Чё, не уезжать? Дай-ка попробую. Пробуй, можешь уже пробовать. А здесь гараж закрыт. А я на ресторан хочу столик заказывать. Где он находится? Едешь по городу с левой стороны. А, все понятно. Там, да. Сейчас мой столик ждет. Поехал. Бляха-муха, я так, наверное, не зацеплю его. Так, нулевая скорость нам нужна, то мы промахиваемся. Чирин, во. Заедем, Игорь, как вчера эти трое джентльменов в мафии заехали. Ну да. Фу. Надо стать пиво взять в киоске. Надо стать взять пиво. Что там, Степаныч, получается? Степаныч. Ты как его сюда загнал? Это я загнал или ты загнал? Я имею в виду, я загонял его для выхода, чтобы выехать. Так дело в том, что... Я не могу его с места, о, пошел. Ты когда выезжал... Я буду ездить. Задом всегда легче заехать, чем передом выехать. Да. Интересно, я сюда выливаю или нет? А ну? Там песок нарисован. А ты в другое место и не выльешь. Вот перед церквой надо было поворачивать на это, налево. Ну ты походу песок налево, наверное, загнал, потому что цена не прибавляется. Ты, бляха-муха. Я за... А, не. Фу. Я думал, что я уже проехал. Ну сейчас смотри, буду выливать. Деньги идут или нет? Нет, не идут вообще. Да идут. Выливай, давай. Короче. Я уж думал не туда, куда-то. Да я же говорил, что налево пустил бабло. Ну да. Это что, надо самому еще и трактористом быть?
классная штука хриза. Гребета й годі. Бляха-муха. Я уговорил одного местного, он будет помогать. Да? Стоял возле киоска, да, ему дал цигарету, говорит, все, поможет нам. Понятно. Я не знаю, права есть ли его, нет, но смотрю, он за мной едет. Это уже хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, вот этот водитель комбайна явно не трезвый. Выруливает. Да, да, он в деревне, что-то пытается. Я этот, как его, щипу-щипу делать хочу. Товарищ водитель комбайна, пожалуйста, освободите дорогу. Не габарит. Ил Кислый, всем привет. Привет, Ил, Борис Исупов, Тандем. Да. Ил Кислый, я новенький на вашей карте, Игорь, подскажите, где можно скачать ваши моды? В группе, в контактах, на канале есть ссылочка на группу ВКонтакте. Заходим и скачиваем в шапке группы. Есть все, что кого когда бы интересовало. А, я даже забор не зацепил, вот так-то. Шофер, однако, шофер. Чё ты, Томас, говоришь, едешь напротив? А мы тут... А, да-да-да, тут товарищ сзади тоже. Чё вы, товарищ? Товарищ. Здесь так. Дай КамАЗ. На, забирай. А чё комбайн стоит? Или он уже полный? Я его не ставил, поставил его. Ага. Вон. Все, кануло. Есть у нас вот такой Джон Дир. Жатка, у него 11-метровая, какая красивая. Ил Кислый, в группе я смотрел, там несколько модов и то скрипты. Но дело в том, что там была ссылка на моды, на карту. Тебе надо именно что, допустим, карту, или тебя интересуют сами моды, которыми мы играем? Борис Исупов, решили песком порежить? Нет, мы не решили, у нас просто дело в том, что... ой, бляха-муха, не та кнопочка, вот. Ресторан моргает, песку хочет. Большой спрос на песок, Борис, так что... Барежим, хочем, не хочем, но пробуем зарабатывать. Не знаю, что мы заработаем, конечно, но... Что-то должны заработать. Ой, а я смотрю, что урожайность. Мама моя дорогая. Это смотри, я до конца поля дошел этой жаткой и две
2,5 тонны даже не набрал. Мы его вроде бы удобряли или не удобряли, я еще не знаю про него. Кажется, что удобряли. Именно ваши моды, с которыми вы играете. Ага, ну наши моды. Наши моды не для моды. Я так скажу. Наши моды я дам ссылочку завтра. Сегодня нет, а завтра. Дам ссылочку на папку mods. Она будет временно доступна, ребят. Так что следите завтра в группе за новостями. У кого будет желание. Хотя я вам скажу, что у меня нечего здесь качать такого, чтобы ваш можно было им играть. Сколько он канолы сзади себя высыпает. Это ужас. Надо здесь с мешком сзади бегать. Надо привязать ему назад мешок. Ну да. Ты смотри, это ж... Бабу Ваня с тележкой. Это ж после этого всего говорят, что... Неурожайная канола. А потери-то какие идут? Ужас. Беда-то и годи. А я думал, сейчас ресторан набуду, к Джангиру подъеду, загружусь. Ну, только 4 тонны. А сколько у него здесь? 12 вроде как, да? Да. Кстати, ребята, вы что-то... А что, в комбайне камера так крутится? Я даже могу уступить свое место кому-то. А, здесь, походу, сидит этот автокомбайнер. Комбайн, ребята, идет со скриптом пассажира, между прочим. Степаныч, садись, покатаю. На комбайне. Кислый, спасибо, Ир, буду следить. Чё, ты не садишься, нет? О, видите, пацаны? Степаныч бросил всю работу, взул зеленые штаны и кеды и решил покататься в комбайне. Интересно, если я выйду, ты так и будешь сидеть на месте этого, да? Точно? Ага. То у нас было в кабине трое, да, походу? Степаныч, я тебя сфотографирую. Опа. Жене фотографию отправишь, скажи, смотри, как я работал. Ну вы, дядьку, и даете. А куда это ты пошел, я не понял. Степаныч, это что? Это ты? Куда ты полетел? Степаныч, вернись, дорогой. Чё, жена выгнала? Фотографию показал? Степаныч! Степаныч, мы тебе всё простим, вернись. Вознёсся Христос на Яновой долине. Вознесение Степаныча. Воскрес. Да гад, такие салоны КамАЗ кому не ездил. Так, подожди, а где-то здесь еще была техника? Семен Бакин, Степаныч, АНЛО сперли. Походу, что да, Семен.
А я не понял. А здесь кто едет? Томас, ты его на Follow Me посадил? Говорю, местный возле киоска стоял, за сигарету согласился. Я так и понял. Оно на Follow Me больше сожрешь, отдашь за Follow Me. О-о-о-о. Че, Степаныч, приехал? Бля. На этом Кировец надо бы в бачок ему залить. Че, топлива нет? Я сейчас уже красный. Сейчас я пригоню бензовоз. У нас стоит бензовоз. Вы пока возите. Я песок продам. Приеду сюда, КамАЗ поставлю и это. И сразу. Сразу за бензовозом. Техника и игры, ку-ку. Вот тебе и ку-ку. Бляха, не повернул, не попал. Куда закрывай? Хорош. Дайте. 63% только это канолы у нас. Дяденька, тетенька, уходи. Борис Исупов, в шапке моды лежат, я видел. Капец, канолы нет уже. Уже нет канолы. Так, что там, 60. Сейчас. О! Миша не на связи, да? Степаныч! Я не знаю, что-то... Не знаю, что-то он молчит, молчит. Молчит. Игорь, может, ты видел этот? Степаныч пишет, я вас слышу. Хорошо, Степаныч, хорошо.
Что ты говорил, Томас? Видел что? Но этот Крас или Урал, там в модах был новый, который окна открываются, там двери, все такое. Не качало его? Не. Или кажется, мы все скачали. Говорили, что Миша тоже скачал. А Миша качал, да? Этот, что модули меняются с модулями, который шел? Или нет? Или другой? Я не знаю. Ну, он там был, там популярный, и только вышел, все там его покачали, но я тоже у себя поставил. Ну, классно, окна открываются, там все там такие прикольные. Ну, так уже как бы особо и не нужен, тут техника у нас есть. Ну, видишь, чем меньше что открывается у нас в мультиплеере, тем лучше, потому что... Потому что... Нет, Миша, он там один. Краспак. Он там один. Так дело в том, что Крас сам один. Или... Он сразу идет с кузовом совсем, да? Или, у него, кузова меняется? Меняется, кажется. А, ну так это Краспак. Я его скачивал. Ну вот. И он же был у меня здесь, но дело в том, что у меня что улетели все сохранки, все папки, 30 гектаров уже шмодов пропало. То там был в той сохранке этот скачанный Крас. Мы с ним заезжали сюда с Степановичем, еще что-то пробовали ездить. Помнишь, Миш? Да, вот, он помнит. Он помнит, он слышит, он все знает. Он с нами, ребят. О, Томас, пока не вылазь, сейчас подъеду, заодно заправишь Кировца. Степаныч пишет, у него есть Краспак. Так он у меня где-то тоже может быть. Ну, заправляюсь, нет? Или я далеко стал? Ой, заправляю, я бубачу, что текает. Все нормально, все нормально. Топливо уходит. Хоботом буду двигать. Так, песка мне не надо насыпать в бочку. Не надо. Все? Полный. О, а кстати, а Мазда заправлен, да, я посмотрю. Ляха-муха. А это чего? Кто? Полный. На нем никто ничего не делал. Ха-ха-ха. Степаныч спрашивает, Томас, ты пчеловодство пробовал на Яновой долине?
Нет, руки не дошли. Скачал мод, установил, но так руки не дошли. А у меня, ребята, завтра, если дойдут руки, и попробую запустить стрим по игре. Томас, скажи мне название. Батте. Да, Battlefield 4. О. И у Игоря пришла повестка сегодня. Его вызывает временно в армию. Служить. Да. Пойдем, ребята, служить. Он будет наемником будет. А то что-то там в мафии мало зарабатываю. И особо стрелять-то нечем. То мы это дело, ребята, поправим в армейке. Время в мире, как сегодня, не беспокойное, так что пришла повестка на Янову, так что надо, мужики, вам в армию топать. Степаныч, поймали председателя, хихи, Ванюха готов поляну. Вечерину будем праздновать, да? А проводить надо, конечно. Все, сегодня после стрима вечеринка будет. Завтра идем служить. Так это же бывает, это партизанство, как это называется, да? Ну да, партизаны, партизаны забирают. Партизан. Не, ну... Ну так говорят, что партизаны забрали. Вот и мы пойдем партизанить. Степаныч, на ферме две свиньи уже на спине лежат, так что они готовы. О, я так думаю, сейчас к нам, ребята, может быть присоединится товарищ бригадир. Видите, он услышал, что будет пьянка, и сразу опа, и мне в стиме показало, что он играет фарминг симулятор. Пьянка, гулянка, да? Ил кислый, Игорь, сколько вам лет? Ты знаешь, я тебе скажу, чтоб я знал по-настоящему, сколько мне лет. Ну, на партизаны подходит. Так да. Что думай, сколько лет. На партизанам тот самый раз. Партизаны пойдет. У меня идет, как можно сказать, если первый год детства. Ну так, у Игоря, наверное, уже третий, второй год детства. Степанычу 0001 годов. Бляха-муха. А что, я триггер не поймал? О. Вы что еще не выгрузили? Я поворачиваю и хочу форточку выглянуть, как в ТС-ке. На КамАЗе. Все, поехали. Ушу не родился, уже работает. Да-да. С вилой в руках родился. Thank you.
Лерон. О, и я не опиздал на пьянку. Витанечка. Привет, Лерон. Привет. Ты вовремя. Ты как раз вовремя. Самый к пьянке. Так, здесь пока у нас все это дело отгребает. Так. 4 тонны. О, 36 тонн надо вывести сухого зерна. 18 есть, это есть. Так, 31. Там. О, дядька идет. Бляха-муха. Ты понял? Захожу с улицы, они мне дверь открывать не хотят, а? Аля, ты кто? А, тут еще не догрузил. Лерон, заходи, баян не забудь. Меха растягивать будем. Борис Исупов, все скинулись по соточке на пьянку. Сейчас посмотрим, посмотрим. Если по соточке на пьянку все сбросятся, значит однозначно завтра будем служить. Как пить дать? Но если по соточке никто не бросит, то завалим эту службу, может быть. Степаныч пишет, не на пьянку, а в дорогу новобранцу. Так бухали, порвали два баяна. Но обычно баяны рвут не на таких этих мероприятиях. О, бляха-муха, здесь надо приходки делать. На свадьбах обычно баяны не рвут. Рвут баяны у тещи. О, тут мы уже за 400 тысяч перевалили, пацаны, вы чё? Представляете? А цена еще на песок не упала у нас. Она еще... Она уже упала. На соточку упала. Вот вам и соточка. Чего-чего я пропустил? Во, взлетел, аж речь отняла.
Лерон. Угу, я бы своей порвал. Явно не баян. Борис Исупов. Лерон, не хулигань. Да, не хулигань. Так, две тонны оставим, пускай будут. Не буду, конечно. Не будь. Поезд идет, Москва, Владивосток, песок. Да. Иван Парапам. Пам. Привет. Привет, Иван Парапапам. Что такое? Что вы уже там хулиганите? С вами надо глаз да глаз. Миша, наверное, голова закружилась. Че, махануло им, да? Да, что там, да. Я нотрак. Я не понял, а че без меня? Почему без меня? Что за я на трак? И без меня так. Иван. Плохо в меню, не все точки продаж указаны, не показано, что покупает магазин. Ну почему не показано? Магазин покупает это. Бляха. Да полез, дай мне высыпать. Бетон покупает, кирпич, битум, вот. А вот. На ферму завозим хлеб и остальное. Ребят, не показано, потому что это лишняя писанина. И дело в том, что продукции много, а вот описать все то, что где принимается, то больше по необходимости стоит, все прописано, все указано. Ну, а некоторые вещи есть такие, что можно так догадаться. Так, внимание, вопрос, где лайки, бляха-муха, Simulator Games? Нет, будут. Леонид Яровой, удачного второго стрима. Спасибо, Леонид Яровой, спасибо. Ребята, невозможно все прописать, потому что это очень загружает игру. Основное все такое прописано, там, где могут быть непонятки. Если по некоторым вопросам есть где-то какие-то непонятки, всегда можно спросить, допустим, всегда все подскажут. Так, хулиганы. Хулиганы. Степаныч. Иван, будем научным тыком работать. Ты заходи к нам на стримы, и мы тебе всегда все подскажем, расскажем. В магазин мы никогда не повезем продавать раствор. В магазин мы не повезем продавать деревья или щепу,
Хотя, с другой стороны, вообще щепу можно было прописать в магазине, потому что ее там продавали бы, с другой стороны, или там нуждались бы в обогреве. Понятно. Молчим. Так, так, так. А задания по перевозке есть тут? Нету здесь заданий по перевозке. Без заданий. Здесь без заданий, ребят, есть чем заняться. Здесь, если посмотреть на карту, здесь столько всего. И оно все одно от другого зависит, что... Поверьте мне, что не до перевозок. Так, вот там. Так, Томас, ты песок плитами возишь прессованный. Я пиво нашел. Понятно. Понятно с вами, пацаны, все. Вообще я. В голос. Виктор, в голос надо было читать. Пиво в голос не надо было читать. А тут все сразу слетаются. Сейчас все будут там. Виктор, здравствуйте. Всем удачного стрима, лайк. Спасибо, Виктор. Так, здесь я вроде как, так сказать, запорол. Поехали к комбайну, кстати. Который стоит, наверное, уже почти с канолой. Или там канолы нет. Максим. Привет, бригада. О, привет, Ир. Максим, извини, упустил коммент. Привет, Максим, привет, привет. Айо, рыжий, шо ж ты? Вместо одного рыжего сбил и рыжего, и рыжую. А вот так вот, скорость 69, ну, в принципе, как бы и не нарушаем, вроде как. Я не понял, он что, канулу убрал и бункер этого не намолотил? Это как? Сейчас я пиво отобру, украду. 62%, 62% это капец. Он что себе думает? А может она и правда здесь не была удобрена? Там вроде как удобряли ж. Восемь тонн. 8 и 11 отвез. Степан! Так. Пора. Пора вот так вот. Проверочку вам заделать, пацаны. Бляха-муха, я не попал в КамАЗ. В эту сторону надо, во. Эй, так неправильно, договаривались, а ну давай обратно. Вот так вот. А, бляха муха здесь. Здесь надо кнопку нажать. Во, бляха муха. А я езжу вокруг комбайна, думаю, что оно не выгружает.
Так, Максим, какие планы на сегодня по ферме 15? По ферме 15 вот убрали канолу и пока что ребята возят песок, потому что у нас большой спрос на него. Я так понимаю, очень большой спрос. Ты все? Большущий спрос, большущий спрос. Не могу. Не могу поднять ногу, ни ногу на ногу, все равно не могу. Это пиво было домашнее, одна кружка мало, две было много. Так, короче, я комбайн вам вот здесь поставлю, практически там, где я его взял. Заберете, помоете и поставите в гараж. Если после этого песка нас не надо будет забирать. Так, Виктор, что не сделаете машину мод типа из фильма, из фильма «Назад в будущее»? Так, 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 так. И что, я что-то пропустил? Нет, все нормально, все нормально. Иван, парапапам. А куда возят песок? Песок возят у нас песок в магазин. В магазин. Возят в ресторан песок по той причине, что у нас там. Столики заказаны. Да, мы столики заказали в ресторане. Потому что у нас ресторан там строится, ребят. Там у нас идет стройка ресторана. Поэтому там сейчас большой спрос песка. Вот сейчас я какую-то тележку себе найду. Помогу им возить. Так, Максим. О, спалился ТР. Я вызываю инспектора по песку. Очень хорошо. Очень хорошо, что ты такой у нас замечательный человек. Человек, который все замечает. Так, пацаны, я еду уже к вам. Потому что я чувствую, что я упускаю самое интересное. Ой, не могу. Ступалась, выбрасывай это пиво. Так, а я не понял. Чё за... Так, Максим, давай-ка вызывай сюда инспектора ГИБДД. Там не пиво, там брага была. Что думаешь? Чё поделаешь, ворота маленькие. А чё, ты ворота не можешь попасть или что? Нет, понимаешь, после двух кружек ворота два стали, которые реальные, не ясно. Не, ну судя по следам, то я вижу, как он ехал. У меня-то следы остались. Ну вот надо было метлу взять, следы убрать. А чё вы следы не заметаете, пацаны? Это вы как Ну как? заезжаете, а? Что-то они... Вот так. На дороге видно все. Степаныч, воспалилися, дядька. Понял? Нас поймали. Нас Понял? поймали, Степаныч. Понял? Все пропало, все пропало. В следующий раз песочком присыплю. То если вы так ездите, ездили по натуре, то оно тоже было все песочком присыпано. Степан, все пропало, короче. А инспектор уже тут все чистое. Да, совсем все чистое. Максим написал, что кого-то уже пора кодировать.
Какой скот будем ставить? Скот. На пиво или на водку? 007? 07. Кот. 07. Выпил 07, значит закодирован. 05 даже не будем заморачиваться. Чуешь? А не потянул 07, значит слабак, не закодировался. Ну да. Так, бляха-муха, чат, что там, не кодировать, мне просто в трактор надо сесть. Да пожалуйста, садись. Садитесь. Так, трактор. Где мой трактор? О, вот он, ха-ха. И культиватор есть, и трактор есть. Максим говорит, я за самогон. Ой, не то. Это не то, и то, бляха муха. А, ручник снять. А снять-то ручник. Ладно, это будет вместо противовеса. Самогоны, самогоны, мусагоны. Иван, парапапам, парапапам. А песок бесплатный, и чем его грузить? Песок бесплатный до тех пор, пока ты его не грузишь. Как только начинаешь грузить, он сразу встает платный. Будем так говорить. Поехали, я вам сейчас покажу. Максим Жаренов, привет, друг, лайк. Здорово, Максим Жаренов, спасибо. Так. О-хо-хо-хо-хо. Ребята, ребята, а, бляха муха, я думал, что сейчас будем вылетать. Так, у меня клавиша О включить, отлично, оно не включено. Та я. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Максим, Эри, а ты разрешаешь бляде на работе пить? Они меня спрашивают. Начнем с этого. Кто тут пил? Кто тут про алкоголь? Миш, мы пили? Ну разве мы пили? Нет, ну мы ничего не пили. А ну куда по копанному? Вот, Винни, конечно, сосновый сок пили. Конечно, с пеном. Сосновый сок. Насосались сок. Сосны. Вот мы грузим. Кто там интересовался, у нас вот есть такая вот хреза, которая грузит песок. Такой аппаратик у нас. А на этот песок можно-то поставить любой там погрузчик, да, который там, конечно, или экскаватор можно, да. Что ж, губель пнул, слово не скажешь. Губ. А, губы липнут, губель пнул. Один читает, другой пишет. Не, наоборот. Сначала пишут, а потом читает. Или читает, потом пишет. Что начитали? Пишут, что начитали.
уже пятый или шестой раз везу песок и проехал. Возвращайся обратно. Вот, вы такого уже 100 штук привезли уже одинаково. А чё ты буксуешь? Чё-то походу закопался сильно трактор. Заказал, заказ привез, да? На похмелье бригаде. После соснового сока. Так, ребята, секундочку. О, бляха, муха. Ребята. 5 секунд, подождите, я сейчас. Я забыл включить штучку одну. Во, Борис, на похмелье бригаде. Большое спасибо, Борис. Салчик с капустами, да, или с огурцем. Ты переживаешь всегда за нашу бригаду, всегда ты смотришь, чтобы у него все было. И закуска, и похмелье. Ну и пьянку тоже организовываешь, походу ты. Дмитрий Скопчук, собака. Дмитрий Скопчук, ты не собака. Это вот так, ребята, читать один коммент. И человек будет обижаться, скажешь, я его прямо в двери собакой назвал. Димка, пардон. От барыги сотки воруют. Да. Дима, напиши первое слово, какое ты там хотел правильно написать. Лерон, господи, чуть с кресла не упал, хера себе сигнал на пьянку. Ну так, подтягиваемся, ребят. Было ж предложено по соточке сброситься. Завтрашнему партизану. Пропустил кого-то. Так. Семена я установка, информация. Пестициды пустой. Виктор, да, походу много пропустил. Максим, а завтра будет стрим? Ребят, я думаю, что будет. И должен быть не один стрим. Виктор, ваших стримов.
Ну так. Стриме экстрим сейчас происходит. Да, сейчас экстремальные экстримы. Лерон, я же не в курсе, кому-то завтра партизанить. Ну мне, ребята, мне. А может, походу и всех троих заберут. Почтальон Печкин принес вес это как-то повестку с военкомата, что пора, товарищи, вам партизанить. Может, кто-то и отмажется, но кому-то то по-любому придется. Или всем, или одному за троих. Да. Так что как-то так. Слышал, обнова будет. Виктор пишет. Я его застрелил, Печкина уже не успел уйти. Ну, за такой весь, да. Короче, пацаны, надо брать баяны и идти это к Печкину. Печкин оставил наследство Смотри, Игорь, лесопед. тебя провожать пьянка, почтальон на похороны идти опять пьянка. Да сколько здоровья-то надо иметь? Степаныч отпевать, да. И я об этом же. Печкина, пойдем отпевать. Симулятор Геймс, я уже отмазан. Ну, вот видишь, симулятор. Смотрите, смотрите. Печкина убили, а велосипед нам остался, да? Да, знаешь, мы им эти путевки всем развезем в жизнь. Че, Степаныч, а че после провода? Будем сидеть и за одним столом сразу сидеть. Что-то вот эта вот земля на пустыре этом, какая-то она не родючая, однако. Урожаи здесь маленькие. Да, что там на дороге, по дороге, да, конечно, что-то. Машины едут, там грязь, бумаги бросает, сигареты бросает, знаешь, всякие колхозники ходят. А мы и туда прорываться будем, ходить и так 3 дня. Понятно. Все 3 дня. Проветриваться, не прорываться. Симулятор Гесс. Якщо похороны, це рік п'янки починаючи. Если похороны это год пьянки, начиная с 9 дней, потом 40 и так до годовщины. Да, походу. Практически да.
Слушай, а тут смотрю, доски делают. Может, Степановичу там 2 на 2 метра найдется? Не надо. Степанович этому Печкину. А, Печкину, да. Так, Степаныч. Так. Или Степанович, я уже тебя перепутал. Короче, Томасу не наливать больше. Да мы с Мишей нашли там в ресторане, нам дали, столик же заказан, говорил. Степаныч, ты зря сел с ним пить. Я тебе говорю, ты пожалеешь потом. Кто-то, смотрю, Тома за мной охотится. Конечно, у него же есть. Вот, Томас, тебя, походу, издали уже. Томас, пиво, но... Томас, пиво не в последнем прицепе, а в кабине. А он за прицепом охотится, да? Ну да. Не, я так думаю, он охотится, просто он секёт, когда ты высыпаешь, начинаешь высыпать, привозишь песок, а деньги забирает-то он за песок, а возишь ты. А ты думаешь, он охотится за твоим пивом? Ну так прицеп иногда последнюю кабину обгоняет. Понятно. Нарушаем, пацаны, нарушаем. Скоростной режим. Последний прицеп обгоняет кабину. Симулятор. Главное, чтобы он за собой доски в прицепе не возил. Когда же начинается море волнуется раз. Чего? Айо, бля. Да, Миш, прицепы волной идут. Ветер сильный, боковой. Ой, боковой. Да, так взял руку, поднял бутылку, отпустил. Так ветерок сбоку так задул, что прицепы кабину обгоняет. Миша, догоняй, дай пиво дай. Йо.
Когда это мы эти пеньки позабираем здесь, а? Трактор буксует. Ветер боковой. Томас на мазе сзади называется. Не надо, не надо, ля-ля. Так, а интересно, он сейчас здесь поедет или не поедет? Так, мешочек заберем у него. Оно. Так, а чё ж ему не ехать-то, а? Пускай работает. Все, поехали. Отлил в кустах. Тут надо будет отобрать, если что, наверное, вручную, и тогда будет нормально. Так, главное, чтобы за... Так, симулятор. На пеньках хорошо пить. Да. Там после Лёлика со студентом только пеньки в лесу и остались одни. Нет ни леса, ничего. Ир, привет, как дела? Привет, Григорий, нормально. Потихонечку. Я подобрал, Миша, никому не говори, в кабину бросил. Разобрали. Миша, не туда, не туда, что-то ты там не туда. Смотри, мы с того куска взяли канолы всего лишь навсего 8 и там 11 20 тонн канолы. Это ж вообще какой-то пипец, правда? Канолы пиво брагу делает? С канолы делают улью, масло. Да я знаю, но вот может что-то такое огненное. Огненное нет. Вот тебе совет, председатель, в жизни не покупай этот пивной завод, а тут игры не будет вообще. Один рейс и все. Только одному там хватит заехать, и все будет обеспечено. Да. Где там лучше картошки засаживать? От Томаса Брашки пронесло. В кустах бегает. Ну ладно, еще где-то на дороге табуретки валяются. Там лучше картошкой засаживать. Где канолу собрали. Ну, будем засаживать. Мы потом, у нас будут поля, то мы вообще возьмем это. Засеем там травой, так как оно было, и все на этом. Так, Григорий Лужков, я что хотел. Здоровья тебе и всем ребятам желаю. Тебе миллионной аудитории.
и процветания твоего канала. Удачи, брат. Большое спасибо, Григорий Лужков, за твои пожелания. Твои да слова, то Богу в уши, как говорится. Игорь опередил меня, я только что это хотел сказать. Ну, хотя бы одно что-то я могу раньше сказать за тебя. Ну да. А то мысли всегда одни и те же, одинаковые, а говорить всегда: «О, бля!» Миша, кажется, что наш председатель тоже что-то нашел. Знаешь, с ресторанами, если свяжешься, что-то хорошего не будет. Да я походу так и понял, что с вас ничего толкового не будет. Вечно буду трезвый ездить, вот так. Поехал и поехал. Так, что-то у меня чуть-чуть горло. Чисто сердечно признаться. Взял КамАЗ, был ущерб 75%, сейчас 80%. Мои только 5%, 75% не мои. Так, еще раз по Копанному проедешь. А я не понял, он что? А что за халтура? Халтурщик. Везде надо глаз да глаз. Или углаз да углаз. На, я тоже имею сигнал. Глаз да глаз надо везде. Андрей Гончарук, что-то не видно, что Томас пил. Едет как по линейке. Так они вот... Навык, товарищ, да, это да, навык. Да, да. У него большой опыт езды. На бойщика, да, большой опыт, так что... Не каждый полицейский определит меня, что я. Кто-то пиляет. Кто-то пиливает. Томас, сыпни. Эй, это нечестно. Я не понял. Председатель, приехали. Здесь все без очереди. Даже не успели. Всего нажат, он уже начал. Симулятор, блин, да у вас реактивный масс. Я бляха. Чё? Поэт? Или поет? У Томаса руль. А у раз рычаги. Нас, наверное, я хотел написать. А, может быть. У нас рычаги. У нас, у вас. Да, видишь. Написал. Не. Насис васис. О, бляха-муха. Пацаны, кто хочет посмотреть, как колбасит трактор? Чё здесь? Техника не будет того? Ломаться? Это он струшие. У вас лес ворует, Борис Исупов. Борис Исупов, а ты зачем смотришь? Вот зачем ты смотришь? Так, хорош там струшивать, ёпсан мой. А, Томас.
Игорь, расскажи, как колбасила Амазон. А подожди, а то там видео есть, надо было смотреть. Что я буду рассказывать там? А, бля, о. Думаю, что такое клавиш этих, не клавиш, а управления нет. Так, здесь у нас не включено. Умля. Выключить, конечно, выключить. Степанович, что у тебя москвич на дизеле идет, да? Я сейчас, как всегда, тут с рейса у меня дизель останется, чуть-чуть сворую. Томас, Томас, вот ты смотри, неужели у вас в Германии тоже так воруют, как у нас? Топливо сливают и продают рабочие, а? Скажи мне. Не знаешь, как это узнал? Мне сказали, и мне показали, как это делается. И ты теперь знаешь, как это тоже. Да, потому что я уже забыл, потому что это давно, лет 5 назад делал или больше. Сказали, ну поехали с одними такими в автобан и в площадку этих фуристов. Подъезжая к ним, один по рации говорит: куплю дрова 2 кубика. Ну и кто-то отвечает: у меня есть дрова. Почем? Один к одному. Ты где стоишь? Там и там. Хорошо, подъезжаем. Подъезжаем. Он вытаскивает 2 кубика. Мы вдвоем даем ему одному к одному. И все, и расходимся. А теперь расшифруем. 2 кубика – это 200 литров. Литр евро. Есть 200 литров? Да, есть. И где стоишь? Там и там. Подъезжаешь и наливаешь или тару просто берешь, и все. Так вот, дизель. Но это только продают водители с вашей стороны, из Германии. Немцы такого не понимают вообще. Ты их научи, скажи, вы бараны. Показал одному своему, тоже там у него машина, пилек. Говорю, садись, покажу, как, ну, можно дизель купить за евро литр. Говорю, да ты чё, гонишь? Говорю, нет, садимся, поехали. Взяли рацию на 12 канале, подошли тоже, но только мы 100 кубиков купили, 100 литров, но он был в шоке. Когда вот. А у вас топливо сколько цена? Ух, да я сейчас дизель не могу сказать. Ну, приблизительно. Ой, приблизительно. Видишь, не могу, хочу ошибиться на дизель. Не, ну, видишь, что-то точно не могу сказать. Не, ну, допустим. Ну, евро с копейками. Ну, не 2. И дизель. Не. Но если по евро брать, это все равно дороже, все равно дешевле получается, так? Дешевле, да. Но евро, ух, не хочу ошибиться, потому что не знал, сколько дизель сейчас стоит, не смотрел. Так вот меня на бензине, на дизеле, так что не могу сказать. Но все равно по евро это выгодные по 100 любому, потому что если ты покупаешь там большую, да, 200 литров, это по евро, 200 евро ты заплатил за 200 литров, так это очень дешево. Так, симулятор. Трактор ушел в отрыв. Я всегда говорю, вырубай музыку в кабине. Это полный был отрыв. Так. Какую его сторону пускать? Попробуем, дадим ему еще один шанс реабилитироваться. А я где-то там песок возил.
Ще КамАЗ мой не угнали, однако. Здесь Степаныч что-то пристраиваться. Че, буксуваем, Степаныч? Степаныч! Вас подтолкнуть. Газу, газу, газу давай. Но, ой, ой, ой. Пустой не может выехать. Виктор, как погода? Погода разная, по-разному. Было несколько дней холодно, сейчас вроде как хочет быть тепло, хочет быть, но еще не сильно хочет, походу. Было 13 градусов тепло всего лишь на всего несколько дней назад и дня два, наверное, так. О, кстати, мы-то его возим, песок. А сколько сейчас там цены осталось от него, надо глянуть. Виктор, у нас дожди. Ой, нам бы как бы надо было бы дождя. Второй день. Везет же. У нас сегодня теплая летная погода была. Но меня, думаю, что передуло. Что-то голова болит очень. Так, осталось 22 часа. И цена уже наполовину упала. 258 евро. У нас почти 600 тысяч. Есть уже денег. Представляете? Нам нужен только еще лимон один заработать. Так, а у нас больше нигде нет никакого прицепа, чтобы возил песок. В принципе, пускай ребята возят песочек. А нам нужен трактор. Виктор, как говорят, если лето жаркое, зима будет холодная. Видишь, я, Виктор, тебе скажу так, что когда-то раньше можно было всем этим прикметам верить, и что-то оно как бы там получалось. Принцендатель. О, кстати, а что у нас здесь? Работает, бляха-муха, ты ёб.
застряли. А здесь все, здесь. Здесь полным-полна коробочка. Вот. А сейчас то, конечно, оно все очень-очень далеко от того, что было раньше. По всем тем показателям. Борис Исопов. Дистопливо в Германии 1,8 евро. В смысле 1,8. Евро 8. Что вы, алкоголики, мальчите там? Желека навяжете? Мелье пришло. Понятно. Сколько у нас? Брагу. Брагу пили, голова начала болеть. Где бочка большая, Томас, я еду к тебе. Когда это мы вот эти вот деньги, которые растут, мы их воплотим в жизнь, в деньги настоящие, а? Капелу дай в руки, сейчас будет. Сейчас будет все лежать, да? Супов 1 евро и 8 центов. Виктор, пьем. Понятно. Домой идем трезвые. Идете или вас везут? Мы домой идем трезвые. Приходим утром, пьем. Через обед бываем пьяные. После обеда трезвее, мы домой идем трезвые. Видишь, 4:30, до 5 работаем, 30 минут осталось, мы, Миш, трезвый, пойдем домой, да? Да. Как говорится, сегодня пьем, а завтра нет. И так каждый день. Вот так. Еще сегодня. Еще, бля. Еще сегодня, еще чуть-чуть. А вот ты говоришь, что мои бревна тут лежат. Можно подобрать. Подбирай, Томас, подбирай бревна. Я вам отдаю их. Счет зарплаты. Нет, не надо туда. А че? Тогда не надо. У вас в Германии так не практикуется счет зарплаты там дать по бартеру. Пример мне, чем зарплаты платить. Ключами, колесами. Степан, не бровно, а стульчики буратинка. Бля.
в бюро заеду, спрошу, может, получка есть. Ну, тебе что же эту получку платят, да? Или это тут в бюро хочешь заехать? Здесь не бюро, здесь контора. Ну, контора, да, заеду в контору, спрошу. Потому что меня его должна знать, и Степанович мне должен, а как всегда получает и не дает мне. А, то есть, надо сказать, чтобы его зарплату сразу тебе отдали? Не, чтобы он не успел потратить. Все время дай на сигареты уже. Это он у Лёлика научился. Дай игру. Да, Степанович? Нифига себе, мне прицеп прибил, я мне еще и должен. А меня прицепом прибил. Ну извини, Миша, если добивать, так добивай. Нет, Миша, получки нет, говорит, еще сегодня не будет в конторе. Вы, походу, еще ничего не заработали. Куда Лёлик пропал с эмулятором? Лёлик где-то пропал. Никак не может найти ссылку на карту Янова долина, чтобы поиграть с нами. И агроном. У агронома, ребят, работа, он... Ёпсана мать, а шо это он натворил, этот, блин? Он работает сейчас, так что... Агроному некогда... Я так думаю, играть. Бригадир был, ребята в больнице, сделали операцию. Он сегодня должен был быть, мы коннектились, но что у него, как? Ну, он еще после операции, еще у него даже швы не сняли, то может беспокоит еще рана и что там еще. Бригадир, думаю, может быть появится в ближайшее время. За агронома не скажу, не знаю. Да, я бизнесмен. Затерялся в пространстве, да? Другие не хотят идти на карту Янова долина. У них есть карты поинтереснее, они играют. Так что. Мы пока втроем. Я этому трактористу тоже сейчас сочувствую.
что он здесь натворил. Пускай поправляется. Я думаю, ребята, что он вам скажет за это всем спасибо. Короче, дурню, да, я сам. Так, только здесь надо выключить. Вот. И это вот. Интересно, если в кусок воды насыпет, пойдет побольше тона ожирения? Здесь? В игре? В игре, наверное, и все равно. Так, ребят, закончили мы работу на поле, мы его убрали, мы его удобрили, мы его скультивировали, приготовили к следующему посеву. Ребята тем временем у нас заработали немного на большом спросе при продаже песка. Вот, то есть у нас дела идут на карте хорошо. Можно сказать, что даже отлично. Вот. Будем мы сейчас заканчивать свой стрим. Вот. Но прежде хочу вам сказать, перед тем как закончить, значит, большое вам спасибо, ребят, за то, что вы нас поддерживаете. В частности, мой канал материально. Вот. И морально, так духовно с нами всегда. Спасибо, ребят, за ваши лайки, подписки. А на этом мы говорим всем спасибо. До скорых встреч. Пока. Всем пока.